Всем привет, вы на канале Симпень ТЛФ, и сегодня мы снимаем 15-ю посылку, 15-й выпуск «Настоящие насекомые и компании». В этом выпуске мы получаем белого жука и коробку, наконец-то, для упаковки наших замечательных насекомых из предыдущих посылок. Сейчас я открою, и мы все посмотрим. У нас такой насекомый, у нас футляр, снимите защитную пленку, но пленку мы пока снимать не будем. Сейчас мы посмотрим, есть ли у нас подложка. Тут у нас есть специальный выпуск Чиарит, этот выпуск у меня уже есть, рекламка. Насчет наклеек. Пока что их нету в этом журнале. Хотя вроде должны быть. Я не помню. Так, расположим их по порядку. Вот этот и вот этот. Так, куда я положил? Вот. Подложка. И мы ее закрываем. Вот таким образом у нас выглядит пока что коллекция членистоногих. Продолжаем. Смотрим жука. Жук у нас. Вот такой вот. Он очень маленький. Сбоку. Спереди, с другого боку, сзади и снизу. Так, это у нас жук белый бриллиантовый. Вот так вот. А дальше у нас семейство листоедов. Продолжение у нас семейство тли. Как раз таки рассказ про тлю. Про то, что у тли все потомство одинаковое. Не имеет каких-то либо различий. Семейство божьей коровки. Потом поперечнокрылые копатели. Примитивное сообщество гликт. Далее у нас пчела на цветке, то есть, видимо, продолжение идет. У нас будет шершень в одном из следующих выпусков, то есть в последнем, 18-м. И завершается у нас все. Рассмотрим поближе. Листовидка гигантская. Скорее всего, она у нас тоже будет, потому что насекомый достаточно интересный и необычный. Вот такой у нас был журнал. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте лайки, комментарии и подписывайтесь на канал.